Резкий рост числа ОРВИ пришелся на середину декабря. И сейчас в крае, по данным министра здравоохранения региона, скорее всего, пик заболеваемости. В самом начале января количество вызовов скорой резко возросло. С 1700 в обычное время до 3200 только 1 января. Фиксируют в регионе и ковид. Правда, рост числа больных этой инфекцией чуть замедлился. Ковидные госпитали и инфекционные отделения, по данным министра, справляются с количеством госпитализированных. Например, на 50 коечный фонд – это ковидных госпиталей, 34 пациента, 3 находятся пациента в отделении реанимации. Среди попавших в больницу 709 человек с пневмониями, 162 с ковидом и лишь 7 с гриппом, поэтому пик этой инфекции может быть еще впереди. Традиционно рост заболеваемости гриппа – это где-то конец января-февраль. Вот обычно такая волна приходит. Пока что мы говорим о гриппе А, и обычно мы сталкиваемся в первую волну как раз-таки с гриппом А. А после этого приходит грипп Б, вторая волна, и она чуть дальше, в март месяц обычно уходит, вот, примерно традиционный. В этом году грипп пришел раньше обычного. Медики совместно с Роспотребнадзором планируют мониторить ситуацию, как и штаммы, распространяющиеся в крае. Кстати, в регионе зафиксировали 9 случаев гриппа А/H3N2. Но к какому из циркулирующих сегодня подтипов, филиппинскому, гонконгскому или Виктории, он относится, определить может только Федеральный Роспотребнадзор. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.